Цены на яйца в последние дни растут неимоверными темпами. Вместо привычных 160-170 тенге теперь приходится за десяток платить до 224 тенге. Аксюбинки о повышении цен уже в курсе, и этот факт их, естественно, не радует, но деваться, говорят, некуда. А что делать людям? Яйца хочется кушать. Для нас особенно, когда дети студенты, сами безработные, конечно, это очень дорого. Всегда что-то дорожает, что-то дешевеет. Ничего страшного, мы уж привыкли. Но от яиц не собираетесь отказываться? Ну нет, конечно, покупать будем. Всегда покупаем молочное, даже если оно дорожает, что ж теперь. Накладно, но просто у нас в среднем уровне нам хватает, в принципе. Ну а кто пенсионерам и которые неблагополучны, конечно, не хватит им, не будет. Слишком дорого. Самый популярный продукт для приготовления завтрака, как известно, на рынках и в магазинах местного производства. Ведь в Актобе имеется своя птицефабрика, ну а цены, тем не менее, зависят от россиян. В департаменте статистики сегодня разъяснили причину резкого скачка. Причина объясняется тем, что корма закупается из-за пределов нашего региона и республики. Но объясняют, что закуп кормов идет с Российской Федерации. Поэтому с этим и связано повышение цен на яйцо. Дороже теперь, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, употреблять и второй хлеб. Картошка в прошлом году в это же время года стоила 54 тенге. Теперь этот корнеплод продают по 70-80 тенге за килограмм. Дело в том, что в России нынче не урожай картофеля. Североказахстанцам этот продукт теперь выгоднее продавать именно там. У нас же в основном продают ташкентскую картошку или местную. Но однако же повышение наблюдается на свеклу, повышение наблюдается на картофель. Например, картофель, если в прошлом году в этот период стоило 58 тенге, то в этом году стоит 74 тенге. Повышение цен отмечено и на хлебобулочные изделия, минеральную воду, соки, молочные продукты и некоторые виды макарон. В прошлом месяце прирост цен на мясо и мясопродукты составил около 2%. Как-то подсластить малоприятный скачок цен можно частым употреблением сахара. Тем более, что на этот продукт цена в прошлом месяце снизилась почти на 1,5%. Для Зацакиева Алексей Уразов, программа «Факт».